Работы спорятся. Уже через несколько месяцев детский сад «Радость» заиграет новыми красками. В настоящий момент объект реконструируют. На капитальный ремонт из окружного бюджета выделено 38 миллионов рублей. Мы ремонтируем 5 противопожарных выходов, потому что они были небезопасны ввиду их просадки. Сейчас они будут полностью демонтированы, будем забивать новые сваи и поднимать коробки пожарных выходов, чтобы пути эвакуации у нас были безопасными. Также все вы знаете, что в нашем детском садике «Радость» состояние фасада было не совсем радостное, вы правильно подметили. Поэтому мы приняли решение, что нужно здесь обновить красочный хороший фасад, чтобы когда наши дети приходили в детский сад, они видели, радовались. На объекте работает бригада из 12 человек. Рабочие разбирают эвакуационные выходы. Уже сняли старую обшивку и приступили к утеплению наружных стен. Идем пока нормально, сейчас люди подъедут. Темп работы увеличится, объемы увеличатся. Материалы все, вот видите, подвозят. Вот позавчера машина приехала и вчера. А это строящийся детский сад на 240 мест в 6-м микрорайоне. Казалось бы, совсем недавно здесь были забиты первые сваи. Сегодня уже возведено 3 этажа. Приступили к устройству кровли. Устройство кровли, также идет прокладка коммуникаций, то есть подготовка к запуску отопления. Уже в ближайшее время. И в будущем начинаем фасады и установку окон. Полным ходом идет строительство и дошкольного учреждения в 1-м микрорайоне на 120 мест. Оба садика возводят по муниципально-частному партнерству. Губкинский стал первым городом на Ямале, который применил этот механизм для строительства дошкольных учреждений. Андрей Гаранин говорит, планируется, что сжатые сроки возведения объектов позволят решить задачу номер 1 – обеспечить всех малышей от года до 3 лет местами в детских садах. Мы идем сейчас с опережением примерно на 3 недели. Уже в подвальные помещения буквально к концу месяца мы подадим тепло, как и подрядчик обещал нам летом. Это касается как детского садика на 120 мест, в 1-м микрорайоне, детского садика на 240 мест в 6-м микрорайоне. Уже в середине ноября на 240 мест мы уже будем монтировать полностью окна, закончим крышу и начнем работы по монтажу фасада. Ну и, соответственно, с середины декабря уже начнем внутренние отделки на садике 240 мест. Возведение объекта началось в 1-м квартале этого года. Уже завершены укладочные работы. В настоящий момент рабочие обустраивают кровлю, производят монтаж системы отопления. Скоро начнется и строительство школы на 800 мест в 6-м микрорайоне. Мы живем в особых климатических условиях. У нас продолжительность светового дня небольшая, поэтому мы хотим, чтобы дети, которые обучаются в школах, они все обучались в первую смену. Для этих целей мы в 1-м квартале следующего года ведем школу номер 5 в 4-м микрорайоне на 800 мест и планируем в следующем году начать строительство еще одной школы на 800 мест в 6-м микрорайоне, на месте как раз 3-й школы. Детские сады строители обещают сдать до 2021 года. Всего в 2 новых дошкольных учреждениях будет 13 групп для малышей и 19 для ребят постарше. Елена Канина, Денис Куликов, Денис Гимп. Новости Губкинского.